День народного единства – праздник, призванный сплотить россиян всех национальностей, населяющих нашу большую страну. В преддверии торжества педагоги детской школы искусств города Видное дали своим воспитанникам возможность выступить для большой аудитории и исполнить песенные и танцевальные номера разных культур. Все мы любим и гордимся нашей Родиной. Дети тоже должны понимать, в какой стране они живут, видеть свои перспективы. И воспитаны они должны у нас быть в духе национальных традиций. В этот день со сцены ДШИ звучали классические произведения великих русских композиторов – Глинки, Чайковского, Рахманинова и других именитых авторов мировой музыкальной классики. Сегодня концерт, в котором задействован выступающий мой ребенок. Он будет выступать с произведением Шалова «Шуточное» в дуэте с еще одним мальчиком. Будут играть на балалайках. А здесь участвует мой брат. Он сегодня будет выступать, будет играть на баяне. Я пришла за него так поболеть. Программа концерта насыщенная. Видно, что участники долго готовились и подошли к творческому процессу со всей ответственностью. Поют самые различные песни, самого различного направления, и эстрадного, и народного. И мы постарались представить русскую музыку как можно более полно. Сотрудники ДШИ всегда стараются привнести в творческий процесс что-то новое. В этом году здесь появился класс игры на гуслях. Руководство учреждения надеется, что в следующем сезоне зрители увидят номера, исполненные и на этом старинном русском инструменте. Инга Янчук, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ.